Несмотря на то, что Новый год – это семейный праздник, Ольга Бузова не стала встречать 2022 в кругу самых близких. В этот момент рядом с ней оказалась лишь актриса Наталья Рудова. Девушки смотрели телевизор, распивали алкоголь и снимали видео для Инстаграма. Как поклонники узнали, что Бузова верит, если под бой куранта вжечь бумажку с написанным на ней желанием, бросить ее в напиток и выпить, то оно обязательно исполнится. Этот процесс актриса и телеведущая тоже сняла на видео. Кадры попали в Инстаграм-аккаунт Ольги. Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» не постеснялась опубликовать видео, в котором она нецензурно выражается. «Ты пишешь». Переполненная эмоциями Бузова крикнула на Рудову. За 2 минуты Ольга не единожды использовала обсценную лексику, забыв, что среди ее подписчиков есть несовершеннолетние. Некоторые интернет-пользователи признали, что испытали испанский стыд, просмотрев видео Бузова и Рудова. Должно быть стыдно за такие видео. Как так? Почему они вдвоем встречали Новый год? Что пошло не так? Семейный праздник встретила с человеком, с которым особо не общается. Написали пользователи в комментариях. Подожди, сначала шампанское разливаешь. Разливай шампанское. У тебя рука дрожит. Все, хватит. Теперь пиши желание. Быстрее! Я написала. Поджигай. Ты написала? Ты дохуя... Ой, ты дохрена пишешь. Я поджигаю. Ты должна успеть выпить, пока бьют курант. Надо ее проглотить. У меня еще есть время. Ничего не надо.